Добрый день, уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Мы продолжаем знакомиться с точкой Е41, и сегодня наше видео посвящено такому заболеванию тяжелому, как ревматизм нижних конечностей, либо ревматизм в ног. Многие специалисты по-своему интерпретируют данное заболевание, либо проявление болезненности, боли, но, как показывает нам статистика, то ревматизм чаще всего проявляет себя по лунным декадам, либо на погодные изменения. Больше всего ревматизм может себя активизировать это в межсезонье. Межсезонье – это ранней весной, либо весенние месяцы, и поздней осенью, либо перед заморозками, либо при изменениях погоды, либо артериального, то есть не артериального, а давления, атмосферного давления. Ревматизм может проявлять себя с наибольшей силой. Конечно же, многие люди бегут в аптеку, покупают препараты, ходят в аптеку, ходят к профессорам, к врачам, консультируются. И здесь, конечно же, я не осуждаю этих людей, я просто даю им информацию, что помимо этого нужно еще знать, в каком состоянии находятся меридианы, которые проходят по нижним конечностям. В данном случае точка Е41 может выступать в профилактике с такими тяжелыми заболеваниями, как ревматизм ног, болями, продолжительными болями, ноющими болями, ночными болями, приступообразными болями. Точка Е41, если вы будете профилактически с ней работать, она эти боли может уменьшать. Так что не надо думать, что ревматизм ног или нижних конечностей – это приговор. Это не приговор. Это то, о чем мы не знаем. Мы знаем о западной медицине практически многое, что надо идти к врачу, и он нам выписывает, скажем так, простыню лекарств, и мы идем эту простыню покупаем, взамен перегружаем свою поджелудочную железу, шлакуем свой организм, но тем не менее остается неведомо, в каком состоянии меридианы, которые распространяются по нашим с вами организме. И, конечно же, человек что, проглотнул таблетку, ему ничего не надо. А вот поработать с точками акупунктуры, это, конечно же, человек, как говорит, лень родилась впереди нас. Чтобы она не родилась впереди вас, помните, что массажными, простыми, легкодоступными движениями можно воздействовать на точки акупунктуры, приводя в норму те меридианы, на которых они располагаются. В данном случае меридиан желудка, который распространяется по нижним конечностям и может быть проявлением ревматизма ног, через точку Е41 мы данный меридиан можем что? Содержать в норме, тем самым отодвигая болезни все на дальний срок. Спасибо за внимание. С вами был доктор Константин.